Всем привет! Наконец основные дела закончены. Я тут натянул два тента на одной веревке. Вот так вот. Поэтому сюда ни снег не попадает, и заодно очень здорово дым выходит. И так здесь комфортно, стало тепло. Сейчас можно уже чай попить. И надо пользоваться последними днями зимы, когда все замерзает. И можно с собой таскать какие-то мясные вещи, не обязательно их сушить. И не бояться, что они испортятся. Поэтому сегодня будет отличный вечер, я думаю. Специально под это дело развел костер. Вот эти ветки. О, великолепно. Там достаточный жар. Но надо следить, чтобы это не подгорело. Если там огонь будет подниматься, надо сразу снимать это дело. Если эти ветки начинают прогорать, то их просто подвигаешь туда и все. Елка почти углей не оставляет, поэтому между этих бревен я накидал сухой дуб. Ветку дуба нашел. Хотя можно бы, на самом деле, даже если огонь хороший, даже сырые класть какие-то ветки. Главное таких пород, чтобы углей было много. Наркомания просто какая-то. Надо не забыть о стору кости. Ставить. А то бедняге холодно. Так орал, когда я уезжал. Ну все, надо ложиться спать. Тут у меня стандартно. Чуть-чуть лапника, потом коврик, потом куртка, штаны, коврик. И спальный мешок. Топор надо положить поближе. А то я слышал, что вайхау могут не взять без топора. И нож тоже. Тут у меня есть такой кармашек. Я сюда убираю эти аккумуляторы и нож тоже.
Всем спокойной ночи. Я могу уснуть прямо сейчас за одну секунду, а надо еще вставать, камеру выключать. Доброе утро. Хочу еще один набор выживания показать. Топленое масло. Но сделанное по особому рецепту. Эта штука очень крутая, такая многофункциональная вещь получается. Самый лучший жир, который можно взять с собой в походных условиях, в походные условия. Делается стандартным способом. Также в какую-то толстостенную кастрюлю там на маленьком огне кидаем сливочное масло. Как только начнет расслаиваться, вот эта сыворотка с маслом, кидаем туда побольше лаврового листа, и чтобы все покипело. Но важно следить, чтобы это не подгорело сильно. И как только уже это все станет прозрачным, сливаем через сито уже в емкость, где будет порошок имбиря. И все это потом надо будет размешать, потом это застынет, и готовый набор получится. Это такое вот будет масло, которое усваивается быстрее любого другого жира. Плюс очень полезная штука для пищеварения. Сделает вкусной любую кашу, там на хлеб можно намазать. Можно использовать для ухода за инструментами, я не знаю, там в медицинских целях, там на лицо натереть, там, если губы потрескались. То есть такая вот прямо вещь, настоящий набор выживания. Очень рекомендую. Один из немногих рецептов, который я очень радуюсь, что... тому моменту, когда я вот узнал про это дело. Очень классная штука. Мое любимое занятие — оставить веревку. Сойка. Я просто в восторге от всего этого дела. Пойду искать свои снегоступы. Я их вот там где-то спрятал. Но насколько понравилось вам, вы можете написать в комментариях. Пока это все. Пока.